добрейшего времени суток. Ну, это вообще связано, нет? Добрейшего времени суток. Время суток. Доброго времени суток. Ну да, в принципе, сегодня плохо. С вами, ребят, мистер Грин. Каточка на YouTube. На маске, ребят, против Фулки. Надеюсь, что подвыиграем. А не проиграем и получим минус 18. Будет очень грустная история. Еблище. Без... На. От души, Антоха. Спасибо за полтос. Спасибо за полтос. Ярик вышел, вынес мусор. Вернулся, заметил, что второй мешок мусора лежит. Надо вынести. Согласен, парня. Здорово, мистер Вольф. По факту там 5 ретардов, но тем не менее герои у них сильные. Все, кроме... Ну, маска это не тир 1 герой, будем честны. У нас тир 1 2 героя. Хотя жаба сильный герой на линии, в принципе, ну, такое. Winter is my life. Еблище. Спасибо, Купибукс. Все ради бати. Спасибо за 5 рублей. Дай бог здоровья. Здорово, Лев Денис. За неплохо, неплохо. Подвыиграл фулку дурачков, получил 25 рейтинга. Ну, в скобочках фулку стафиков. В принципе, все неплохо. Без искажения, хотя вот этот сет балансный, но такое. Сет на заморозку. Ладно, у нас все шансы выиграть. В принципе, все, что нужно, это... У тебя уебище на клыке. Не, этот чел хорошо играл, кстати, за меня вчера. Он хорошо вчера за меня играл. Потом друзья еще добавлялся в ПВшечке. Поэтому не думаю, что он плохо играет. На самом деле, я уверен на 90%, потому что там челы смотрят стрим в карту. Но я не буду закрывать, потому что это катка на YouTube. Поэтому такое из себя. Так, что взять? Я думаю, взять стоит кортик изначально. Просаживать я его не буду, потому что у него хилка в команде. Вот, буду играть пассивно. Надо лосить тычкой, насколько это возможно. Но это невозможно. В7. Ладно, крипа пропущу опять же, но я фуловый. Главное не сдохнуть. Можно проебать 500, но потом камбэкнуться и убить кого-то. Чем перелить, а потом не убивать никого. Не понимаю, зачем мне пытаются просадить. Крайне глупо. Я пропущу. Не, не пропущу. Крипы все-таки. Антоха на моей стороне. Крипы не шотнули. Но моментально дала стычка у Тавра. Я двух проебал только что. Просто из-за того, что Тавр моментально сагрился. Это первый свиток или что это? Нет, второй. Хорошо. Я думал, этот первый свиток за полтора минуты. Думаю, бля, понял. Ну, мы с тем там... Ну, прикачивает на соточку, кстати.
На Сопрайму. Я смогу его шотнуть. Я смогу его шотнуть со временем. Так я уже показывал, какими ДВК шотаю. Там ничего особенного. Даешь куклу красную на 30% и шотаешь. Но сейчас я чуть по прайму камбэкнулся из-за того, что он начал волноваться, пропускать. На самом деле криты очень сильно дезморалят. Когда ты критуешь на маске противника, у него пиздец с этого тилит. У меня также, кстати, было на... когда я играю амазонкой. Как он умер в соло. А он АФКшник, по-моему, вылетел, если я не ошибаюсь. А, понял, там луна. Так. Голду, скорее всего, пошел забирать, я пока свитки свои не отращу. Я, кстати, не вижу кента. Хорошо. Я не убью его, да, пользы, потому что он пассивный очень. Он нажимает банки. У него рука по кулдауну. Если бы мы играли без хилок, я бы его убил, да. А так у меня кинжальчика, кстати, еще нет. Сейчас зависит все от глифа, который мне пойдет на голдпаке. Если хороший глиф, я заромлю. Если нет, то я не смогу никого убить. Бля, пропустил крипа. Если какая-нибудь мощь, жабе просто стоит съесть, и мы убьем. Все, это будет. Ну, я мид уже не убью, там хилка вышла. Ну, долбоёб, почему ты не съел? Но он на жабе залил килл.
Хорошо. Надеюсь, меня сейчас не словят на кого-нибудь в Орде и не шотнут. Ну, вот я опасно сейчас, да, на самом деле. Я не буду агрессировать, не имеет смысла. Зачем? Но он пушит. Надо быстрее. Что делать на ВСЭТ? Это красная кукла. Замедляет и на 30% урон увеличивает весь. Забирай. Голда, кстати, должно быть. Понял. Вардики стоят. Ну я проебал обнову, просто так. 260, 600. Ну мне похватит, ладно. Да, фулл раскаст-то. Ну за что луна так и не получила ни одного. А, у нее есть один килл, но она не реализовывается. Ну я доминирую. У него нет эскейп. Он не может шотнуть это сейчас. Потому что у нас сняло 50% хп. Это фулка, да, ребят? Это фулка. Два кашников. Легенда там, блять, у кого-то. Не буду тратить звезды, это вообще не имеет смысла. А в каком-нибудь тимфайте мне просто может урона не хватить. Я фулл статус закрываю, мне не нужны. Мне нужен пробив в данный момент на такой стадии игры. Ну, там реально чел хуёво на кинте, поэтому он позвал, так сказать, помощь. Но я сейчас его без даблкортика убью. Должен.
Ну, я пушу мид. Я пушу мид, и... По прайму все уже неплохо. Я убью его реально сейчас даже без дабл-кортика. Просто через этот сет. У меня хватит урона. Да, я понимаю, что он сейчас там голды нет. А там светляк стоит. Так, ну, в принципе, у нас перекач 6000 уже. Крайне неплохо. Главное сейчас не ошибиться, не перелить все в кента, который просто убьет потом нас всех. Ну пуш, блядь, пак. Бля, хуёво нажал кнопки. А, да мне похуй, у меня, в принципе, деф миллион. Ладно. Ну вы сами видите, типа, вот сейчас какая игра. ПВ. Супер имбовая мета. Уже не сдохнет? Не, не сдохнет. Он убьет сейчас. Ты блин маску берешь, да? Не понимаю, правда, зачем чел-то пишет сейчас в чат про изи вин что-то. Но он играет тир-1 героем и под хилку въебывается в чат зачем-то. Хотя его могут легко убить. Под каким-нибудь 5% сетом. Ну смотрите, я просто покажу, что этот сет дает. Новый красный куколка. Наебал, не покажу. Да. Ну, это сейчас было неплохо, на самом деле. Ну, у нас стоп несется, у нас бот пропушен, у нас перекат 14 тысяч. Хотя, будем честны, пик у них получше. Ну, луна лучше, но она никого не может убить. Луна, во всяком случае, лучше, чем клык. Ваш медовар. Ну, блять, он играет под хилкой. Почему ему, ну, плохо отыгрывать нужно? Там хилочка стояла то в топе, то в миде. А у него хилка перманентно на боте стоит. Не, она, конечно, мне отсопортила, но сделала у нее все свитки, которые мне нужны были. Птички и так далее. Блять, вот хочу показать сет, как он работает. Просто, чтобы вы имели представление, что значит красная кукла. Привет, Максим. Ну, статы, кстати, неплохие с двумя верхами. Не скажу, что это мало. Бля. С чем-то чел выебывается.
Ну я 2000 и уебал. Но я умер нахуй. Я и 2000 уебал по 4 стаками. С этим сетом, блять. Если его не сняли, конечно. В смысле, 56 секунд, когда? Это подавно было 30. Что по статам? Да статы обычные. Первая строчка плюс 7 талант. Он обычные статы дает. И КД уменьшает на 30 секунд. Третья строчка это активка, 14 стат. А условно говоря, как медас, 13.2 дает плюс 5. Ну и пятая строчка более хуевасенькие статы. Но тем не менее, он у меня плюс 7. 250 хп и 17.4 стата. Ну, я не скажу, что мало, но. Опять же, если сравнивать с каким-нибудь вот таким талом, на 10 статов меньше, но хп больше. Но мы тут выиграли, блядь, как ни крути. У нас есть герой, который может закамбэчить. Но хилка сейчас на самом деле не такая имбалансная. Из-за того, что она не режет антиконтроль. Ты в каком-нибудь панчере стоишь. Это такое себе, кстати, обнова. Открывался сезон в сундуке? Нет, дружище. Я вчера только с бана вышел. Такая. Ну я на маске, по-моему, одну только игру проебал. Она была под... О, да, она была под пулом, когда меня разбанили. Здорово, утка. Ига. Подвыиграли. Топ-1 на маске, кстати. Все-таки взял топ-1 на маске. Парни, не скажу, что идеально здесь отыграл, но тем не менее. Подписывайтесь на канал, если понравился видеоролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка будет на нее в описании. Ну, если не понравился бой, то, конечно же, ребят, дизлайк. С вами был Мистер Грин.